Аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и компьютерный томограф. Этого важного сегодня оборудования недостает госпитальным базам города, где лечат пациентов с ковид. Продолжает поддерживать медиков города в это нелегкое время Магнитогорский металлургический комбинат. В рамках программы «Мы вместе» для больниц было закуплено дорогостоящее оборудование. Очередь на компьютерную томографию в третьей больнице есть всегда, и днем, и ночью. Поток обследований очень большой, до 150 человек в сутки. Виктория стоит здесь более часа, перед ней несколько десятков человек. Кроме того, постоянно подъезжают скорые, тяжелых пациентов принимают без очереди. Подъехали три скорые, там, наверное, три или четыре фельдшера находятся в помещении. Один фельдшер откуда-то с района приехал, привез четверых пациентов в одной машине. Ну, естественно, люди возмущаются, люди недовольны. Когда же, говорит, мы будем проходить? Госпитальная база в третьей городской больнице открылась 12 октября. За это время сюда поступило 394 пациента. 99 человек уже выписались. 20 человек, к сожалению, спасти не удалось. Все они погибли от пневмонии, в том числе ковидной. При огромной нагрузке и большом наплыве пациентов с пневмонией сразу выявились недостатки материально-технической базы больницы. На сегодня мы недостаточно обеспечены оказались кислородом. Вот, в плане того, что у нас, да, действительно, терапевтическое отделение здесь практически на 70% коек было обеспечено. Но так как поступают одни пневмонии с дыхательными недостаточностями различной степени, конечно, всем хочется быть с кислородом, чтобы на каждую койку мы могли подать этот кислород. На сегодня такой возможности в некоторых отделениях у нас полностью вот каждую койку обеспечить мы не можем. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Несколько штук в срочном порядке больнице предоставил Центр охраны материнства и детства. А на днях стало известно, что помощь поступит от Магнитогорского комбината. Накануне сразу несколько больниц города получили кислородные концентраторы. Мы закупили на выделенные средства по ОММК на 3,5 миллиона кислородных концентраторов. Это 75 штук. Первую партию мы выдаем сегодня. 7 городских учреждений. Это основные городские больницы 1, 2, 3. Ну и другие учреждения медицинские. Ну и 50 кислородных концентраторов поступят в начале ноября. И где-то на следующей неделе мы ожидаем поступления аппаратов искусственной вентиляции легких. Валентина Озерова, заместитель главного врача горбольницы номер 1, сегодня получила для своего учреждения 5 кислородных концентраторов и вручила благодарность от руководства больницы благотворительному фонду «Металлург». Сейчас, во время роста больных с коронавирусной инфекцией, в связи с отяжелением данной инфекции, эти кислородные концентраторы просто необходимы. Поэтому мы очень-очень благодарны городу, мы очень благодарны благотворительному фонду «Металлург», что вот сейчас, в настоящее время, эти концентраторы мы получаем для больных близлежащих районов, для больных города Магнитогорска. Я благодарен Виктору Филипповичу Рачнику, ММК, за столь ценные подарки, которые принесут пользу для пациентов нашего отделения и всех остальных отделений. Большая благодарность. Всего Магнитогорский металлургический комбинат потратил 10 миллионов рублей на аппараты искусственной вентиляции легких и 3,5 миллиона рублей на кислородные концентраторы. Юлия Черешнева, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.